В спортивном зале Кыргызско-турецкого университета Манас прошел турнир по тхэквондо ВТ, посвященный памяти Валерия Тен. Организатором соревнований выступили ученики Валерия Виссарионовича и Центр всемирного тхэквондо «Олимп», который он долгое время сам и возглавлял. Также Валерий Тен являлся обладателем 6-го дана «Кукивон», мастером спорта международного класса Кыргызстана, судьей международной категории, директором Ассоциации тхэквондо ВТ Кыргызской Республики. В церемонии торжественного открытия турнира приняли участие президент Ассоциации всемирного тхэквондо Кыргызской Республики Алексей Пак, генеральный секретарь Ассоциации Исламбек Осмонов и другие почетные гости, а также отец и жена Валерия Тен. Соревнования проводились среди детей, кадетов и юниоров. В нынешних стартах приняли участие около 200 спортсменов. Это представители таких спортивных клубов, как «Барстек», «Дрим», «Жолборс», «Акшункар», «Искендер», «Нест», «Сан-Сити», «СДШОР» имени Радбека Санатбаева и других. Мы не станем называть всех победителей и призеров состязаний, так как их очень много. Но отметим, что благодаря ученикам Валерия Тен, Центру всемирного тхэквондо «Олимп» и родственникам дело Валерия Виссарионовича продолжает жить.